тем более, что так получилось, что за последнее время я играю много, но главных ролей, наверное, после «Острова сокровищ», который я сыграл в детском спектакле «Сегодня в театре», в мае месяце, буквально в прошлом сезоне, в конце прошлого сезона, тоже купался. И так мне нравилось сыграть, наконец-то, пирата, такого характера пирата Джона Сильвера. И, вы знаете, детям понравилось. Это спектакль получился масштабный, мощный блокбастер детский. Мне понравилось играть Джона Сильвера, так что за последние 6 лет Джон Сильвер — это в детском спектакле. И это за 6 лет во взрослом спектакле, за 6 лет получается. 6 лет я практически ничего нового не сыграл на сцене. Я много играю, но нового, как у Джона Сильвера, в мае месяце, сейчас по-прежнему. Поэтому я, конечно, дорвался. Дорвался до работы. Так было мало работы, что прям дорвался до работы.